По Черному морю идет пароход. Английский. Кто он должен? Капитан Джон Буль. Бог Нептун выскакивает. Раз этого капитана дальше руби на дно. Приводит его в свой дворец. Первый ком заводит 7 бутылок виски. Бог этому говорит: капитану, будешь? Буду. Сколько? Ну, одну, две. Бог капитану говорит: будешь? Буду. Сколько? Ну, одну, две. Бог говорит: такой нам не подходит. Убивает, корабль топит. Опа. Идет французский. Капитан Жан Вальжан. Он тюлочка. Весь на понтах. Бог выскакивает, чтоб его за шиворот и вниз. У тебя ком заводит его. 7 бутылок коньяка стоит. Бог говорит: будешь? Заводит 7 красавиц. Бог говорит: будешь? Конечно. Сколько? Ну, 3-4. Бог говорит: не подходит. Убивает его, корабль топит. Идет наш туристический пароход советский. Михаил Светлов. Адмирал Нахимов. Тоже ничего. Капитан армян. Рубельян. Бог выскакивает вес, возоширует и вниз. Будешь? Буду. Конечно, следующий, да? Бог говорит: сколько? Он говорит: 8. Бог говорит: вот уже 7. Одну с собой возим. Друг он заводит 7 красавиц. Бог говорит: будешь? Он: буду. Бог говорит: сколько? 8. Бог говорит: ну тоже 7. Ты мне тоже нравишься. Ладно, тебе туда, а тут мне тоже нравится.